Девятый вариант С1. Магнитное поле направлено от северного полюса к южному. Рамка с током помещена в область этого магнитного поля. На левую и правую сторону действуют силы ампера, определяемые по правилу левой руки, которые разворачивают рамку на 90 градусов, и она будет занимать положение, не очень красиво показанное на правом рисунке. Здесь силы ампера будут просто стремиться растянуть рамку, деформировав ее, но рамка у нас жесткая, поэтому ничего этих сил ампера не получится. Правило левой руки –